Так, ребят, всем добрый день. Сегодня второй день. Вот я забралась на стремянку, на эту протечку. Смотрим и запоминаем, как надо действовать. Когда вас топят, вот неадекватные эти соседи сверху, вот, которые забывают стиральной машины шланги нормально закрутить. Так, ребят, смотрите. Я сейчас взяла шкурку R40 на брусок. Вот у меня резиновый брусок. Что я делаю? Вчера я намазала теплон Юнис Белый Голд. Вот трещина это. До... У них текло по... Вот одна лампочка даже выгорела. Текло, ребят сказали, по светильнику. Значит, тут я отшкурила вот этой шкурочкой на тряпке, на брусок, вот так вот зашкурила. А здесь я еще этого не делала. Вот. Вот. Дальше продолжение следует этой трещины. Вот она идет до входной двери. Вот в таком духе. Что я делаю? Я выравниваю кромки, ребят, существующим потолком, чтобы у меня тут наплывов не было. Вот где трещина была, там осадка конуса. За один раз все равно я не закрыла, даже если бы я шпаклевала. Вот по физике мы все знаем, будет осадка конуса. Сейчас я ее отшкурю до конца, потом прогрунтую и свяжусь с вами, как я буду шпаклевать. Все, ребята, всех обнимаю, пока. Так, ребят, я навела себе лоток грунтов глубокого проникновения, взяла кисточку. И сейчас то, что я отшкурила, вот эту щель, которую я вчера штукатурила, белой штукатуркой гипсовой, сейчас я ее прогрунтую грунтовкой глубокого проникновения, чтобы обеспылить и закрепить. Вот закрепляем до очередного залива. Так, здесь и сейчас здесь. Вот. Сейчас буду шпаклевку полифилия безусадочную в тюбиках Абилокс применять. И свяжусь с вами. Все, пока. Так, ребят, взяла шпаклевку ремонтную полифилию Абилокс. Эластичную для заделки до 10 мм стыков. Нанесла на металлический шпателек. И вот сейчас ее вот так разравниваю. Вдоль и поперек. Вот так вдоль наношу. И поперек разравниваю.